Вот здесь твой папка живет. Вот улица, видишь? Вот дом. Вот папку узнаешь? Вот сидит вот такой вот папка Паша. Вот еще там один человек спит внизу. Это деда. Это, да, деда. Вот два друга. Так что смотри. Вот он, папка нашелся, да? Сын решил разыскать отца, и бывшая такая: вот он, смотри, вот я его снимаю, вот твой батя. Как вы думаете, скажет она своему сыну: сынок, если ты женишься, то с тобой, возможно, будет то же самое, что с твоим батей? Я думаю, она ему не скажет. А вот сыну, конечно же, нужно было бы поговорить с отцом и узнать, как он там оказался. Конечно же, мать ему сейчас в уши там все рассказала, по полочкам разложила. Пил, бил, гулял, изменял, времени уделял, денег не давал, подарки не водил, на море не возил. И теперь она ему снимает: покажи, вот смотри, какой он у тебя, блядь, бомжара. Я знаю абсолютно точно, что половина этих бомжей не по своей воле там оказались.